Здравствуйте! Мы продолжаем занятие кружка бисероплетения. Сегодня мы с вами постараемся сделать вот такую замечательную бабочку, которую можно использовать в качестве броши, ну и брелочка. Поэтому нам сегодня необходим бисер одного цвета, две черные бисеринки, бусинки среднего размера одного цвета и того же размера бусинка, только другого цвета. Ну а также проволочка. Отмерьте себе сантиметров 35-40 проволочки и на него нанизываем бусинки. Вот первая бусинка, мы ее опустили на середину проволоки, потому что мы будем работать двумя концами нашей проволоки. Берем вторую, нанизываем и через вот эту вторую бусинку мы пропускаем другой конец нашей проволоки с противоположной стороны. Вот, и затягиваем эту. Работа должна наша находиться на середине нашей проволоки. Берем третью бусинку, нанизываем, и через нее опять же мы пропускаем другую сторону нашей проволоки с противоположной стороны. Все это мы затягиваем. Постарайтесь затягивать свою работу потуже. Итого вот у нас получились три бусинки друг на друге и два конца нашей проволоки. Теперь на каждый конец нашей проволоки надо набрать по 25 бисеринок. 25 сюда и 25 сюда. После того, когда вы набрали по 25 бисеринок, делаем следующее. Мы берем и через вот эту последнюю верхнюю бусинку мы пропускаем проволоку. Когда мы затянули ее, получилась вот такая вот петелька. Точно так же мы пропускаем и другую сторону, только через бусинку. Затягиваем потуже, получились вот такие вот маленькие две петельки, которые будут в качестве маленьких крыльев нашей бабочки. Теперь берем опять зелененькую бусинку, нанизываем ее, и через нее же мы пропускаем другую сторону нашей проволоки, другой конец нашей проволоки. Затянули. Вот. Теперь опять на каждую сторону, теперь набираем уже по 35 бисеринок. 35 сюда и 35 сюда. После того, когда мы набрали по 35, мы повторяем то же самое. То есть через вот эту бусинку мы пропускаем с одной стороны проволочку, чтобы бисеринки вам не мешали. Спустите их чуть-чуть вниз и опять через бусинку пропускаем другую сторону нашей проволоки. И все это опять затягиваем. Постарайтесь затягивать все потуже. Итого у нас получились вот такие крылья нашей бабочки. Теперь берем бусинку другого цвета, нанизываем и через нее мы пропускаем другой конец нашей проволоки. И опять все это затягиваем. Посильнее затягивайте. Итак, у нас получились вот четыре крыла, туловище, голова нашей бабочки. Теперь мы берем две бисеринки. Сначала одну нанизываем на одну сторону. Берем вторую на другую сторону. Вот они получились как глазки. А теперь эти две проволочки мы сверху скручиваем друг с другом. Раз, два. Вот получились усики. Если у кого-то проволочка казалась длиннее, поэтому срежьте лишнее, оставьте сантиметров, ну, два, не больше. Теперь концы этих бабочек мы немножечко подвернем вот так. Вот, подправим крылья. Все, наша работа готова.
Я надеюсь, что вы справились с этим заданием. И жду вас на следующее занятие. До свидания.